Что это было? Так, друзья, мы играем снова. Продолжаем играть. У нас задача через 73 метра. А вот. Ну. И здесь какой-то восклицательный знак был, я не знаю, что это значит. Так, ладно. Нам сюда. Так, и в той серии мы осмотрели вот всю вот эту часть, не увидели там ничего, ничего нам подходящего. Ну, то есть никакого места, которое бы... А вот и колокол, по-моему, нет? Нет, это не колокол. Ну, колокол, но не сигнальный, насколько я понимаю. Вот. Мы не нашли то место, где нам бы удалось проникнуть внутрь. Вот тут восклицательный знак. Отойди, болван! Уголовная служка или охотник? На фонари висеть будешь, оттуда такой вид! Сейчас пару дыр сделают, я посмотрю, быстро ли... Ты чё такого сделал-то? Чё-то там украсть можно... украсть можно. Интересно. Вот ты где! Тебе не спастись! Заканчивай свою акробатику! И стоп! Ой, кто бы это самое говорил? Сейчас вы меня не спасетесь. Кстати говоря, можно ли прыжки его замочить как-нибудь? Что-то там кого-то стырить можно, я вот заметил. Вот желтенькое, видите? Знамение. Блин. Что ж там? Ну я хочу подойти к ним попробовать. Давайте попробуем сейчас. Если он так и будет стоять, то давайте, знаете, что сейчас мы сделаем? Мы так вот так бежим. А чё? Дымовую бомбу, что ли? Ключи сбора. Возможность... А, восклицательный знак вот что обозначает. Смотрите, возможность для того, чтобы мы кого-нибудь, так сказать, нейтрализовали. Блин, ладно. А чё, а где все вот восклицательные знаки? Я думал, замесить нужно кого-то. Там. Ладно, пошлите в ту часть. Мы в той части... Ну, в той части прохождения... Не нашли ничего полезного, ну то есть в том плане, что мы не смогли добраться до, войти в здание, в это, это место называется, вот мы, короче, не смогли сюда забраться внутрь. Давайте искать какой-нибудь путь здесь. Так, может быть, что-нибудь тут найдем. А, вот, подождите, стойте. Запретная зона. Тут какой-то есть вход, да? Да, смотрите, как тут что-то даже, да, интересно. Замочить Сильвера нужно. Так, у вас есть непрочтенные какие-то данные. Так, это вроде бы не враг, да? Запретная зона, вон там враг, я вижу. Вот.
Давай. А, кстати говоря, у нас вот дополнительные задания вот эти вот слева, которые я не выполнял. Офигеть. Что, будем его шпиговать? Да, он отходит. Пошлите туда. Ёпта. А, все, да, замочил, типа. Ладно, так, нам нужно достичь цели. Какие-то у нас механизмы, что ли, не знаю, что это. А, значит, достичь цель, которая вон там у нас находится. Ну что, сейчас достигем. Да будет крепнуть. А как это убить врагов из укрытия? Я вроде из укрытия убил. Наверное, это как, там, спрятавшись, типа, замочить. Вот, допустим, за колонной спрятался и резко вылетел, замочил. Или, там, не знаю, за дверью. Ну, а или, например, знаете, в таких, как бы, шкафчиках. Ладно, пошлите потихоньку к нему. Так, а как тут, блин, а как тут пройти-то? А, давайте-ка, я думаю, мы... Так, сейчас... Вот, смотрите, вот тут есть в окне веревочка, там, наверное, мы должны спуститься. Так, да, скорее всего. Меня. Так, вот там что-то мигает. Не знаю, что мигает. Давайте вот так. Для чего я сетую? Хожу от оскорблений врага. Так, вот не враг, я заметил. Так. Честно, его замочить надо незаметно или без разницы? Так. Я думаю, без разницы. Лучше все как-то незаметно. Так, стоп, здесь я все. Ой. Ё-моё, ё-моё. Кто-то мне сказал уйти. А, ну все, он ушел. Ушел. Так. Быстрее. Незаметненько. Эй, смотрите-ка, наша цель уходит. Че, офигел, что ли? И он один, кстати говоря, блин, внизу охраны. Сейчас, давай. Да что ж ты делать-то будешь? Не спускайся, давай вот сюда. Так, сейчас. Ой, я... вот он, да, давай. Блин, отлично, как спрыгнуть? Там, по-моему, обучение было. Блин, да как спрыгнуть-то? Вот давай, ну прыгай. Как прыгнуть, чтобы на него прям вообще отлично было бы? Чё, я что-то не так сделал? Стой тут. Его не пускай. Я забыл, короче. Там как-то, помните? За мной. Мы прыгали, учились. Я забываю, то ли Shift V, то ли Shift на... Я не помню, короче. Пробел, что-то там. Как везутся крысы? Вот голубец. Придушить бы его. Ну... А, зачем, кажется, меня было тревожить? Я буду дочери на... Наверное, Shift вверх и Е, чтобы типа спуститься. Точно. Что с вами? Слишком много шампанского? Себе! Уходи! Не приснилось. Я с вами! Заходи с тыла! Офигеть их тут. Остановишься! Обещаю! Черт!
Куда он делся? Вот и ты! Офигеть. Бейте туда, где он открыт. Сядь, выродка! Давай, жми, жми, пожалуйста. Блин, я даже ничего толком не вижу. Тут же колокол. Там был колокол. Так, ну что, жми. А, все, замочил. У вас есть... Так. Ну ладно. Давайте, знаете, что... А, не должны сработать колокола. Так, а тут нет врагов? Там есть. А, вот там есть колокол, поэтому давайте мы его потом... Ё-моё, посмотрите, тут дофига их. Так, он что, живой, что ли? Не пойму. Вот как надо. Давай. Ну все, давай. Побыстрее. С этих побольше, кстати, по-моему, дают. Замочить его. Завершить с ними. Так, а задание выполнено, да, я так понимаю? Или подождите, а куда нам идти-то сейчас? Так, а я знаю, куда нам. Нам нужно пробраться поверху. Ну, я хочу колокол. Попробовать его обезвредить, так сказать. Давай вверх. Никак. Ну давай сюда, ты что-то левее ты не можешь. Да ладно, ты что шутишь? Ну, давай наверх. Почему он не хочет? Ладно, давай сюда. Так, ну куда ж ты лезешь-то? Ну ладно, давай здесь пройдем. Ну вообще, вообще вон, понизу пройдем, короче. А, ну можно и так, в принципе. Давай, прыгай, ёпта твою. Ай, блях ты, мух, как что бы сложно-то. Ну, по крайней мере, мне. Так, сейчас мы посмотрим. Как тут можно забраться. Держите, чтобы... А, круто! Круто. Вот за это нам дают, да, достижения всякие. Ладно, пойдемте к колоколу. Как, тьфу, ну да. А, здесь, я думаю, можно пройти. Пробежаться даже. И вот колокол здесь. Так, оцениваем обстановочку. Ага. Достаточно интересная обстановочка, но... Колокол, где же он? А, я знаю, что сделаем сейчас. А мы сделаем вот что. Ну что, друзья, как вы думаете, нам нужно его обезвредить или что? Сейчас мы будем пробовать. Круто. Эй, кролик, отстань, если тебе не убежать. И все, мы улетели. А, кстати говоря, не должен сработать сигнальный колокол. Задание почему-то не выполнено. Ну, вероятно, произойдет это тогда, когда мы, может быть, выйдем из здания, я надеюсь. Ну, сейчас попробуем. Здесь, кстати, бежать можно было просто. А, да-да, не тут-то было. Хотя... Ой, да не гони, не гони, только что ты не сможешь перелезть. Вообще фигнить просто. Так, ну что. Тогда придется идти здесь. Я думаю, за лампочку зацепится. Нет, как вы думаете? Не, не хочу даже рисковать. Поэтому идем сюда. И движемся в этом направлении. Все, бабах, сюда. А, и вот вниз. Так, теперь нам по заданию. Я что-то не очень понимаю, куда нам идти. Задание, да?